sensational. Getting closer. Oh! Oh! Captain Marvel! Oh my God, an insane! The Scorpion touch. Eriksen. Oh, what a strike! Berbatov! Oh, my God! What a goal! It's incredible! Добро пожаловать на Рамон Санчес Писхуан. Все здесь готово для проведения нашего матча. Перед нами состав Севильи. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Поликану с первых минут выпустил следующий состав. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Испанского футбола, но на самом деле в 2000-х Севилья превратилась в команду, с которой приходилось считаться всем. Команде принадлежит рекорд по победам в Кубке УЕФА и Лиги Европы. И это очень значимое достижение, к которому клуб пришел во многом благодаря тренеру Унаю Эмери. И есть куда бежать ему дальше. Нет, не попал, а мог бы выводить команду вперед уже на первых минутах встречи. Все возможности для этого были. Жаль, не хватило точности. Иван Ракитич. Getting closer. Oh! Oh! Captain Marvel! Oh my God, an insane! The Scorpion touch. Eriksen. Oh, what a strike! Berbatov! Oh, my God! What a goal! It's incredible! Добро пожаловать на Рамон Санчес Писхуан. Все здесь готово для проведения нашего матча. Перед нами состав Севильи. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Поликану с первых минут выпустил следующий состав. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Getting closer. Oh! Oh! Captain Marvel! Oh my God, an insane! The Scorpion touch. Eriksen. Oh, what a strike! Berbatov!